Руководители предприятий должников получили выговор от губернатора. В понедельник состоялось заседание межведомственной комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ивановской области и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. С докладом выступил управляющий региональным отделением пенсионного фонда Михаил Болдин. Он доложил о том, что общая задолженность предприятий по страховым взносам с 2010 года составляет более 3 миллиардов рублей. В 2015 в бюджет поступило более 1 миллиарда. Это 67,5% от годового плана. Наибольшее количество должников – деревообрабатывающие и строительные компании. Губернатор, ознакомившись с такими нерадужными цифрами работы пенсионного фонда, остался недоволен. Какое место мы занимаем в Центральном федеральном округе? Последнее. Последнее. Это значит, вы работаете плохо по сбору средств. Потому что у всех везде возможности, в общем-то, одинаковые. И значит, находят способы их реализовать.